Миром, дорогие друзья! Алкоголь и его употребление прочно вошло в быт и культуру россиян. Могут ли представить люди жизнь без него? И знают ли, что пьянство является грехом не только мусульман? Признайтесь, употребляете ли вы алкоголь? Бывает. Ну, бывает иногда. Да. Очень редко. Употребляю. Какой? Вино. Вино, все. Шампанское и мартини. Виски, коньяк. Ну, ивар, может, редко такое. Обычно я обычно пиво обычно пью. Обычно пиво пьем. Ну, в основном пиво только. Пиво. Водку пила когда? Пила. И что, как? Не понравилось. Сколько пила? Много пила. Не, ну да, я не такая. Вы употребляете алкоголь? Нет, вообще. Вообще? Ни разу в жизни не употреблял. Да ладно? Да, да. Вообще нет. Вообще никак? Нет. Я нет. Почему? Ну, я понял, что это для меня не нужно. Что бы изменилось в вашей жизни, если бы исключился алкоголь? Она бы лучше стала только. Ничего. Да алкоголь расслабляет, туманит. Я думаю, ничего не изменится, потому что я не употребляю его так часто или там в таких количествах. Экология или неправильное питание, оно сказывается так же, как алкоголь. Ну, я думаю, ничего не случится, просто надо будет какую-то замену найти этому. Как-то праздник уже будет не так выглядеть. Жизнь станет неинтересной. Пока Россия пьет, она непобедима. Есть традиции. От традиций отрываться совсем нельзя, это важно. Употребление алкоголя, причем в любых дозах, наносит непоправимый вред организму человека и будущему его потомству. То, что спиртное – это яд, неоднократно подтверждено научными исследованиями. Массовый отказ от употребления алкоголя дает следующий позитивный эффект – социально-психологической точки зрения. Происходит оздоровление общества во всех сферах жизнедеятельности, что благотворно влияет на развитие цивилизации в целом. Пример – самая эффективная антиалкогольная кампания в истории человечества, реализованная пророком Мухаммадом, мир ему, привела к небывалому всплеску науки, культуры и искусства, известному как «Золотой век ислама». С демографической точки зрения, процент смертности резко опускается, а рождаемость растет. Пример – эффект сухого закона от 1985 года в СССР. С физиологической точки зрения, общее физическое состояние людей значительно улучшается. Как заявляет профессор и общественный деятель Владимир Жданов, именно в употреблении алкоголя кроются все проблемы россиян. Глубоко копнуть, то православие, по сути, оно тоже такое трезво, как и ислам. Православие порицает и пьянство. Что вы думаете по этому поводу, если вот реально копнуть прямо глубоко? Но это надо слишком очень сильно верить духовно. Нет, я понимаю, порицает, но я человек, честно, вот вообще неверующий. Вообще? Вообще. Ну, не знаю, не слышал. Ну, интересная концепция. Да. Все хорошо в меру. Запреты тоже. На меня это как-то, ну, не распространяется. Тебя не запугать такими вещами? Да. А тебя запугать такими вещами? Нет. Вообще никак. Слишком мало людей в настоящее время по-настоящему религиозных, чтобы это могло подействовать. Есть намного больше моментов в нашей жизни, которые могут заменить алкоголь и сделать жизнь только ярче. Что сделать, чтобы люди не пили? Как вы считаете? Сделать? Да. Ну, как раньше делали, сделать сухой закон. Думаю, это нереально на сейчас. Надо спортом заниматься, алкоголь не надо употреблять. Просто я стал более принципиальным и решил, что зачем вообще мне это надо. Просто не общаюсь больше с теми людьми. Посмотрел лекцию Жданова и после этого вылил все, что у меня есть. Это дает слишком мало, чтобы жертвовать тем, что это у меня забирает. Люди, не пейте. Вы знаете, что, во-первых, капля никотина убивает лошадь, меня вообще на куски разрывает. Вот. Пить вообще нельзя. Ну, не нужно вообще. Не пейте. Ислам категорически запрещает не только употребление самого алкоголя, но и занятия любым видом деятельности, хоть как-то с ним связанным, например, торговлю и производство. Подтверждение этому есть в Коране. «О верующий, воистину спиртное, азартные игры – мерзость из дел сатаны. Сторонитесь же этого, возможно, вы преуспеете. Поистине сатана хочет посеять между вами вражду и ненависть через спиртное и азартные игры и отвратить вас от упоминания Господа и от молитвы». Итальянский богослов профессор Самуэль Бакиокки утверждает, что христианство, как и ислам, абсолютно трезвые религии. Согласно его книге «Вино в Библии», при переводе христианских священных текстов произошло объединение понятий «вино» в смысле алкогольного напитка и «вино» в смысле безалкогольный напиток – виноградный сок. Когда в Библии идет речь о чем-либо плохом, то имеется в виду алкогольное зелье. А если говорится в позитивном ключе, то подразумевается полезный виноградный сок.
Но при этом есть и недвусмысленные указания в самой Библии, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. И ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты. Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток. В православии сегодня хоть и нет категорического запрета на употребление алкоголя даже в незначительном количестве, но совершенно однозначно пьянство и тем более алкоголизм отнесены к смертным грехам. Посланник Аллаха, мир ему, нам говорил, что алкоголь является матерью всех грехов, так как после принятия алкоголя остальные грехи для него становятся более легкими, более доступными, и человек не замечает, как после употребления алкоголя он совершил еще больше тяжких грехов. Поистине, тело человека, его разум, дано ему Всевышним под аманат, и он должен хранить этот аманат и использовать его только в том направлении, в котором ему указал сам Всевышний Аллах. Посланник Аллаха, мир ему, сказал, что в судный день Всевышний не посмотрит на лица трех людей, отвернется от них. Это те, кто не почитают своих родителей, те, кто пьют, и те, кто постоянно напоминают о своем добром каком-то поступке кому-либо. Одурманивающая любая вещь является алкоголем. Оно и как в больших дозах, так и в маленьких дозах запрещено. Значит, человек должен это воспринять от Всевышнего как наставление и держаться этого наставления. Алкоголь является физиологической и психологической проблемой, и среди причин, которые вызывают психологическую зависимость именно к алкоголю, можно отнести это чувство одиночества, чувство страха, тревоги, опасения, неуверенность в себе, комплексы различные у человека. Одним из популярных таких методов употребления алкоголя это является создание чувства атмосферы веселья. Родители таким образом сами трансформируют своим детям и формируют первичную установку на то, что счастье и радость заключены в алкоголе. Ну а потом, конечно же, со временем пытаются разбираться с этими вытекающими проблемами. Очень часто человек не в состоянии сам контролировать свою тягу к спиртному, так же, как и любым другим видам зависимости, как наркомания, компьютерные игры и всякие другие зависимости. В любом случае человек прежде всего должен осознать, что у него есть проблемы с алкоголем. Вот это осознание и смена образа жизни, смена окружения, так сказать, там, выход из компании, в которой принято употреблять спиртное, уже может ему помочь справиться с этой проблемой. Сейчас, в последнее время, очень развита комплексная реабилитация зависимых, которая включает как принятие медикаментозных препаратов, так и духовное возрождение человека. То есть очень многие центры сейчас используют вот эту вот духовно ориентированную реабилитацию. Это и христианские центры, есть попытка мусульманских центров таких. Вот. То есть это вот полностью человек должен возродиться и изменить свой образ жизни, сознание и излечиться от этой зависимости. Тем, кто еще не решил отказаться от алкоголя, советую задуматься над словами Всевышнего и данными научных исследований. Нужно просто заходить, и у вас все получится с Божьей помощью. Миром, дорогие мои, пока-пока.